Как же я счастлива, что наконец-то настало тепло. Но вы только посмотрите на эту красоту. Яблоньки распустились, одуванчики расцвели. Просто красота. И это прекрасное время, когда можно с собой, взяв один лишь рюкзак, отправиться в мини-путешествие. Тревел-тенденция наступившего сезона – путешествия по России. И этот сезон я решила открыть поездкой в Белокуриху. Прекрасный повод, чтобы начать изучать свой родной край. Это программа «Соня может». И сегодня я покажу вам другую Белокуриху. Про Белокуриху можно рассказать массу сухих фактов, которые вы и сами легко можете загуглить. Например, что она основана в 1846 году, а в 1970 получила статус международного курорта всесоюзного значения. Цель же нашей поездки – узнать Белокуриху с другой стороны. Поэтому про радонновые ванны и санатории сегодня не будет ничего. Зато будет много общения с интересными людьми, будут шаманские обряды, эзотерика, экстрим и даже яд, при помощи которого лечатся многие болезни. Оставайтесь с нами! Приехать прогуляться по уютным улочкам с кафешками, подышать свежим воздухом – это, конечно, хорошо. Но мне этого мало. Мне хочется знакомиться, общаться, узнавать. Не буду терять время. Я очень люблю смелых, независимых женщин, которые не боятся менять свою жизнь на 180 градусов и пробовать себя в новых амплуа даже в мужских профессиях. И прямо сейчас я хочу познакомить вас с удивительным человеком, единственной женщиной-кузнецом в Сибири. Анна Белецкая. Член Союза художников-кузнецов России. Член Союза кузнецов России. Официальный представитель Союза кузнецов России по Алтайскому краю. А также постоянный участник всероссийских и международных выставок и фестивалей. За ее плечами Испания, Италия и Арабские Эмираты. Цель моего приезда к Анне – поболтать о девичьем в мужской профессии и самой попробовать при помощи кувалды и наковальни сделать что-нибудь своими руками. Прежде чем мы приступим, все-таки немножко такой экскурс в кузницу. Вообще кузница – это храм кузнецов, где происходит таинство преображения металла. Да, это моя кувалдочка. Ее трогать нельзя? Можно, почему? Познакомьтесь. Да, а есть у вас какие-нибудь, знаете, ну такие суеверия или какие-то ритуалы? Нет, у меня суеверий нету. Ритуалы есть у каждого кузнеца свои, но вот суеверий у меня нету. А то я, знаете, притронулась к вашему молоту и подумала, а вдруг это примета или нельзя его трогать? Подержите, потрогайте, ощутите. Обалдеть, слушайте, как это тяжело. Конечно. И вот самое главное у нас – это очаг, это горн, это у нас мужская энергия, то есть как мужчина – основа, стержень. Здесь мужская энергия. Нет, да. А здесь женская. И она вот в храме. Это же инь-янь сочетание, просто, да? Да, совершенно верно, да. И вот здесь происходит вот это действительно таинство металла, преображения. Вот, мы сегодня сделаем с вами небольшую такую, небольшой сувенир, да, который вы увезете на память. Давайте сделаем вешалку в виде листочка. Для начала мне нужно будет подготовить ее, отрезать вот такой вот болгарочкой маленькой, да? Вот такой инструмент тоже приходится осваивать, так же, как и сварку. Я отрежу, а вы понаблюдаете. Хорошо. И в дальнейшем уже приступим, хорошо? Давайте. Это, конечно, очень непривычно видеть такую очаровательную блондинку среди металла, кувалд, щипцов и с болгаркой в руке. Мне тоже сегодня предстоит стать женщиной-кузнецом. Ну что ж, начнем мое перевоплощение. Слушайте, вы всего лишь отрезали кусочек металла, а я уже в шоке, как вы справляетесь с этой болгаркой. Это смотрится очень эффектно. Спасибо, была-то первая у меня большая болгарочка. Я выбрала вот этот кусочек. А работаем с помощью клещей. Да, клещи бывают разные для различных заготовочек. Соня, смотрите, закладываем нашу заготовочку вот таким образом, запомните, и в горн пробуйте сами. Господи. Ну-ка. Ага. Так, вот так. Ага, ухватило. Помогаем себе кочергой, вот так вот разбиваем. Летят окалинки, будьте внимательны. И можно подсыпать еще уголька. Попробуйте кочергой.
температура хорошая, температура доходит до 1500 градусов даже, а так 1200-1300. Как жарко. Летом как в бане, то есть представляете, баня, и вы еще в бане работаете, а зимой холодно. То есть свои, конечно, минусы, так как и плюсы. Вы так очень смело со всем управляетесь, а вот поначалу были у вас вообще какие-то травмы? Ну, я не знаю, там случайно ударила молотком себе по пальцу или еще что-то? Это прям, вот, знаете, единицы. Вот сюда обычно бываешь, попадает, потом синяк. А так, ну, постоянные ожоги, я уже привыкла на ногах, на руках. Без этого никуда. То есть, если ты кузнец, то ожоги... Ну, это само собой, неотъемлемое, да? Все равно и жарко, где-то закатаешь рукава, и я работаю своей кувалдой. Вы выбираете друга себе вон из всех дружков. Я могу выбрать себе какой-нибудь молоточек. Так, ну что, побольше, поменьше? Не, на меня смотрит вот этот молоточек. Бьем по два удара, бьем туда, куда я, делаем оттяжечку, потом я плющу, и дальше вы все увидите. Все волшебство, хорошо? У меня вариантов нет. Нету, у вас вариантов нет. Вот она уже начинает, видите, искорки, фаер-шоу. Это когда уже температура на пределе. Ну, еще немножко, и будет у нас предел. Поехали, по два. Да. С жаром, с пылом. Еще. Ритм держим. Еще. Отлично. Еще. По два? По два. С музыкой. Раз, два. Музычка. Раз, два. Раз, два. А еще. Закончили. Класс. Оставляем друга своего на столе. Соня, закладываем. Заготовочку держим всегда, сжимаем. И закладываем снова в горн. Пуск. Я как в поезде. А муж у вас чем занимается? Тоже кузнец, он сам Заринска. Ага. Нас судьба свела именно благодаря металлу. Обалдеть. Да. То есть ваш союз и ваша любовь скрепил металл. Да, 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 да. Красиво звучит. Поехали. По одному, да? По одному. Бьем по молоточку. Еще. Не торопимся, сильнее. Еще. 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 О! У вас прям талант. И ритм. Вы слышали? Так я вас поди еще и сменю здесь. Конечно. И последний. Супер. Так вот, Андрей, приедешь снимать через 5 лет белокуриху, а тут Соня, кузнец. Ага. По два. А как мужчины к этому относились? Ой, плохо. Плохо? Ну, в основном, да. То есть больше слышала негатива, чем поддержки. Ну, там единицы, конечно, так. Потому что ты заходишь на территорию мужскую, да? Угу. Хотя, опять же, всегда говорю и повторюсь, что нет разделения. Мне тоже так кажется. Главное любить свое дело, главное найти себя. Пробуйте. А вот и мое первое кованое изделие. Крючок в виде листочка. Спасибо. Благодарите горн и выключайте. Так, женскую энергию надо поблагодарить. Так, мужскую энергию поблагодарить. Ну и посмотрите, какой крючок я сейчас сделала под чутким руководством Анны Белицкой. Handmade forever. Класс. Тебе нравится? Да. На мой взгляд, день начался прекрасно. Анна, конечно, удивительная женщина. Будете в Белокурихе, рекомендую прийти к Анне на мастер-класс. А мы едем дальше. Впереди еще одно увлекательное место, где меня ждет яд. Здравствуйте! Привет. Рада с вами познакомиться. Наслышана о вашей усадьбе. Мне уже не терпится, чтобы вы провели экскурсию. Я вам все о пчелках расскажу. Угу. Но прежде нужно пойти попить чай с медом. И тогда у вас будет совершенно другое настроение. Согласна. Прекрасно, пойдемте. Анатолий Кузьмич – пчеловод с 35-летним стажем.
Постоянный участник многочисленных марафонов на протяжении 4 лет. На данный момент готовится к очередной летней Олимпиаде. А еще Анатолию Кузьмичу, на минуточку, 73 года. Андрей, мне тут медовуху предлагают еще. Как ты думаешь, тестим? Медовуха. Да, прям саншайника. Так, сколько она стояла? Год. Вот этой медовухи год. Сколько она градусов? А вот вы сейчас попробуете медовуху не замерить, сколько градусов. Серьезно? Ощутить. Да. Боже мой, она так приятно пахнет. Аромат потрясающий. Сам Анатолий Кузьмич медовушку не выпивает. Говорит, соревнования у него скоро. Эх, хорошо, что у меня никаких соревнований не предвидится. Какая она приятная. Слушайте, она такая прохладненькая. И чувствуется прополис. Правильно? Воск, такое пыльца, может быть? Прополис и перга, пчелиный хлеб. Прям прополис, очень ярко выраженный такой вкус. Андрей, я прям вижу, как ты мне завидуешь. Сидеть, дегустировать мед и есть блины с чаем – это, конечно, прекрасно. Но я не ради этого приехала на медовую усадьбу. Я приехала прочувствовать на себе, что такое апитерапия. О целебных свойствах меда известно всем, а вот насколько же полезен пчелиный яд для человека, догадываются не все. А на самом деле это огромное направление под названием апитерапия. Итак, что же это такое, расскажу прямо сейчас. Апитерапия – это использование продуктов пчеловодства, в том числе пчелиного яда, для оздоровления организма. Пчелиный яд сложен по своему химическому составу. В него входят более 50 компонентов. Все они оказывают положительное влияние на организм человека. Еще наши прадеды знали – болит спина, не можешь повернуть шею, сходи на пасеку, получи пару укусов и на утро как новенький. В апитерапию входит не только пчелиный яд, но еще и сон на ульях. Ощущение будет разное. Вот первое, что вот я наблюдаю уже много, как бы участников у нас бывает, вот как бы проваливается человек, давит его туда и немножко как покачивает, такое ощущение. Кто-то засыпает сюда? Сразу. Заходим. Да, а кто-то не уснет даже. Это реакция совершенно разная. Даже если просто полежать, это да, уже будет здорово, да? Да. Андрей, ну разбудишь меня? Через 2 часа. Все, я ложусь. Звук ульев – это биорезонанс. Он благотворно влияет на клеточную жидкость организма. Доказано, что сон на ульях помогает бороться с болезнями на молекулярном уровне. Он настраивает клетки организма на правильные вибрации. Метод получил название «биорезонансная апитерапия». Хоть и недолго, но отключиться мне все же удалось, буквально на минут 10. Но даже этого времени мне хватило, чтобы отдохнуть. Так, ну а сейчас начинается самое интересное. Апитерапия продолжается, я релакснула, а теперь укусы. Да. Ну давайте, ради здоровья. Так, ну в поясницу, да, чтобы не болела поясница. Да, да. Так, я вам доверяю свою поясницу. Так, так. Так. Так, вот поясничный отдел. Ставим рядышком. Ай! Ой, ай, все, как хорошо-то! Вот если крупным планом, вот пузыречек пульсирует. Блин, как больно! Я думала, вот это как укольчик. Вот он пульсирует, сейчас выгоняет яд. Давно меня не кусала пчела. Сейчас будет приятно, вы еще попросите. Да? Так, все, там никаких жал нету, никто не сидит. Жало есть, надо подержать его. То есть я вот так стою пока, да? С минутку, да. Сначала было больно. Прям очень. А сейчас все, сейчас прям боль так поутихла. Да, и сейчас приятно, будет жар. Сколько надо таких укусов, чтобы вообще спина не болела? Это понятие относительное, зависит от состояния. Но лучше пройти курс, там, допустим, 10 дней подряд, поприезжать к вам, поспать на ульях. И вот
Да. Поесть мед, попить медовуху. Да. И через 10 дней будете как горная козочка. Как новенькой. Да. Все, хорошо. Анатолий Кузьмич, спасибо вам большое. Спасибо за такую интересную, замечательную экскурсию. Ну, будем оздоравливаться. Приеду к вам обязательно. Давайте, приезжайте. Хорошо, спасибо. Будем в горы вместе бегать. Это я вряд ли. С женщиной-кузнецом пообщалась, на ульях поспала, время обеда. Я направляюсь в один из самых известных ресторанов Белокурихи, который уже на протяжении 20 лет дарит гастрономическое удовольствие своим посетителям. Так как времени у нас немного, я заранее попросила приготовить мне что-нибудь эдакое на усмотрение шеф-повара. Ну а сейчас моя самая любимая часть любого уикенда и путешествия – это, конечно же, дегустация необычных блюд. В ресторане меня уже ждали три блюда. Ароматная страчителла с печеным маринованным перцем и травами, черные манты с катунской рыбой и десерт чизкейк Антоновка. Начнем с закуски. Это божественно. Очень вкусно, нежно. Все видели? Так, мантики, идите к мамочке. Так, это у нас черные манты с чернилами крокатицы, судаком и хариусом. И копченая сметана. Так. Как-то необычно. Непривычно. Манты и рыба. Но в целом это вкусно. Вообще мне так нравится здесь атмосфера. Сидеть на летней веранде, качаться на качельке. И кушать вкусные красивые блюда. Красота. Чизкейк. Так, ну что, пробуем. Смотри, какая тут красота. Слушай, это один из лучших чизкейков, которые я ела. Хорошо, что ты, Андрей, не любишь сладкое. Вот что значит здоровый аппетит. На самом деле обед был потрясающий, но это еще не все. Это, конечно, была одна из моих самых любимых частей – вкусно покушать. А дальше мы отправляемся в горы, и нас ждет не менее прекрасный этап сегодняшнего дня. Я ждала больше всего. Поездка на квадроциклах по окрестностям Белокурихи. Я сразу попросила ребят, чтобы они провезли нас не по самым заезженным тропам. Нам хочется экстрима и хардкора. Красота. Так, мне нужно фоточку. Обязательно запилить на квадрике. Кто сделает мне красивую фоточку? Паша, я. Расскажите, где мы находимся? Как называется эта гора? Какая высота? Сколько времени сюда нужно, чтобы заехать? В общем, выкладывайте. Ну, принято. Место называется гора Проходная. Высота ее составляет 693 метра над уровнем моря. А вот мы пока ехали, вы несколько раз сказали, что нужно задобрить духов. Задобрить духов. Ну, да. Есть такая традиция у нас, у квадроциклистов, у трактористов, как их называют. Когда приезжаешь в горы, нужно принять на душу. Это очень главная традиция, чтобы без происшествий, без поломок вернуться домой. Это всегда такое должно быть. То есть вы суеверны? Ну, в какой-то степени, когда много очень покатаешься, начнешь в это верить. А были такие случаи, когда вы не задабривали духов, и в итоге что-нибудь ломалось? Что-нибудь или... ломалось, да. Начинала электроника барахлить, либо техника просто подводить и так далее. Это то уже... есть это не просто так? Это да. Это не мной придумано, и не мной это продолжается. Ну что ж, надо так надо. Мы же не хотим сломаться где-нибудь высоко в горах. В общем, духи задобрены. Можем смело дальше отправляться в путь. С ветерком. Навстречу приключениям.
Какой же кайф мчаться на квадроцикле, вдыхать ароматный свежий воздух и останавливаться на усыпанных цветами лужайках, откуда открывается потрясающий вид на все 360 градусов. Я уж думала, что мы так и будем ехать по красивой сухой дороге. Но нет, вот и обещанный экстрим. А вместе с ним ледяные реки, грязь и тучи комаров. Хотела Соня, чтобы ее провезли по нетуристическим тропам. Получайте. И это только пол маршрута, да? Это только начало. Это только начало. Проехали достаточно большой путь, сопровождаемый грязью и лужами, и один квадроцикл все же перевернулся. Улетел-таки прямо в реку. Сразу скажу, никто не пострадал. Даже кепку выловили из воды. И операция по спасению квадроцикла длилась всего 5 минут. Ура! Это было очень круто. Будете в Белокурихе, обязательно устройте себе такой движ. Рекомендую от души. Друзья, ну что я хочу сказать. Впечатлений у меня просто масса. Радости, полные штаны, собственно, как и грязи. Поездка на квадроциклах была шикарным завершением нашего насыщенного дня. Осталось найти стиральную машинку, отмыться и упасть спать. Ребят, сил нет. Я засыпаю. Всем до завтра. Уикенд продолжается. Еще пара штрихов, и я готова к новым приключениям. Друзья, ну а сейчас мы приехали с вами к человеку, который делает обереги, совершает обряды и даже общается с духами. Пойдемте с ним познакомимся. Здравствуйте! Артем сразу дал понять, что место, куда мы приехали, необычное. По 12-бальной шкале мест силы 12 баллов. А-а-а. И оно большое, это место. Вы знаете, до Лебединого озера здесь напрямки ровно 8 километров. Uh-huh. А до горы Пикет тоже 8 километров. И получается, от Пикета до Лебединого тоже 8 километров. Вот 8, uh-huh. 8 на 8. А это же волшебная цифра. Это да, это uh-huh. портал. Портал. Притом считается, что Лебединое озеро в России самое главное женское место. Ага. Uh-huh. Гора Пикет – самое главное мужское место, ага. А это самое главное общее. Ох, ничего себе, куда мы сегодня попали. Да. Итак, мы прибыли в этнокультурный комплекс, который находится в селе Полеводка. Основатели – муж с женой Артем и Елена Игнатенко. Цель комплекса – связь поколений через национальные традиции. Здесь возрождаются славянские свадебные обряды и пропагандируется культ рода. Основан центр в 2014 году. Здесь расположен музей, зал для обрядов, святилища, такие как Золотая Баба, пантеон славянских богов и круги солнца. А еще здесь живет филин Феня. Тут без комментариев. Соня сейчас белую. Тихо. Ой, не надо сюда, блин. Феня, сюда-то не надо. Он нашел где сидеть. Вот это я понимаю. Краса. Вот это оно. Люди вас называют шаманом. Сам же вы называете себя художником. Почему не принимаете вот этот статус шамана? Ну, это немножко, как вам сказать, ответственность. Вы знаете, я понимаю, вот, когда я шаманил по-настоящему, угу. в то время, когда меня так назвали, я потом понял то, что пока человек сам не изменит свое сознание, шаманские технологии неэффективны. Не работают, то есть, если да? Ты то даже, есть все зависит если ты решаешь человеку вопрос, там вопрос жизни и смерти. А он даже курить не бросает. Mm-hmm. Прошло, слава богу.
то после этого теряется... А зачем он еще делал? Вообще в шаманизме все идет через родовых духов. Духи родовые, они... Вы можете общаться с духами? Ну со своими, да. И с другими мне приходят. Но дело в том, что общение с духом, каждый может общаться. Просто они часто тебе не будут говорить вот так вот, как сидеть с тобой, разговаривать. Они дадут знак. Причем знаки бывают до того волшебные, что в другой раз стоишь, разве такое может быть? Согласна, да. Я тоже обращаю внимание на знаки. Я тебе могу миллион историй рассказать, что когда человек задает вопрос, ему ответ приходит. Так как вы здесь проводите ритуалы, обряды, да. Давайте проведем надо мной. Давайте. А на что? На что? На счастье? На успех? Сейчас растущая луна, сейчас как раз вот чтобы это... Вот тебе, Соня, денег. Прям случилось это в кадре, да? Это тебе добавит рейтингу. Буду я богатая, счастливая. Феня, спасибо. Найдите красивое платье. Это, Феня, с тобой вообще невозможно в кино сниматься. Ты все сцены загадишь. Так, ну благодаря Фене я сменила лук, и мы можем продолжить. Так оно даже еще лучше. Да, спасибо. Платье в пол, длинное, все как надо. Это для обряда вообще. Женщина у нас снизу открытая, поэтому женщины в платьях всегда ходят по определенным местам и через это силу берут. Поэтому у женщин знания... Поэтому Феня тоже об этом знал, и не зря он это сделал. Духи делают, как они делают, сам будешь удивляться. Если для обряда надо было, чтобы ты была в платье, значит... Так тому и быть. Стоишь, смотришь на огонь, ничего не думаешь. Это звук рождения Вселенной. Слушайте, у меня такое ощущение, что вы меня по спине били. Это были такие мощные вибрации, прям по легким. Я даже вот этот твой медальон вот так подскакивал. Они насквозь тебя проходят, и тебе нас просто сбивает все вот эти негативки. Все, что тебе неестественно, это как душ, но энергетически. Но вот эта картинка, она очень важна. Здесь равновесие баланса, чтобы у каждого в душе было равновесие и баланс. Энергетический душ я получила. Спасибо Артему. Осталось получить душ реальный. Спасибо Фене. Надеюсь, это не духи выразили свое отношение ко мне. Зато у меня чистая кофта, благодаря Фене. На самом деле, добрые люди и даже застирали мне кофточку. А вообще, я хочу сказать, что когда я сюда ехала, у меня, честно вам скажу, было ощущение какого-то цирка. Ну, такого прям, знаете, туристического. Но пообщавшись с Артемом, познакомившись с его детьми, с его женой и просто послушав его 2 часа, которые пролетели как 2 минуты, я хочу сказать, что у меня только самые положительные эмоции об этом месте. И очень здорово, что есть такие люди, которые пытаются возродить семейные ценности, институт семьи, и которые топят за род. Вот, поэтому очень здорово, я довольна. И мне кажется, что я обязательно еще вернусь в это место. Мне здесь понравилось. Подведем итоги. Одно кованое изделие своими руками, сон среди пчел, пусть и непродолжительный, 1 пчелиный укус ради здоровья, минус любимые кеды. Если решитесь погонять на квадроциклах, обязательно берите с собой обувь, которую не жалко убить. И напоследок шаманский обряд и какашка на удачу от Фени. По-моему, неплохо получилось. Сезон летних автопутешествий открыт. Это была программа «Соня может». До скорых встреч. Пока. We'll be right back.